Оксана Жан на канале Видео Кукинг. Сегодня я готовлю яблочный кисель из книги «О вкусной и здоровой пище». Что хочу сказать, чтобы получился рецепт всегда хорошо, надо использовать таблицу, которая дается в этой книге. Тогда все всегда получится. И сам рецепт. Понадобится вода холодная, сахар, картофельная мука и яблоки. Яблоки у меня заранее помыты и произвольно нарезаю. Яблоки можно брать любые. Если яблоки будут кислее или слаще, от этого будет зависеть, сколько добавлять сахара. У меня яблоки более сладкие. Так, нарезаю. Добавляю холодную воду и ставлю на огонь. Буду варить до готовности. Это примерно 5-7 минут. В зависимости от какой вершины, толщины нарезаны яблоки. Яблоки откидываю на сито. И протираю. Это удобно делать венчиком. Можно, конечно, и ложкой, но венчиком очень удобно и быстро. Добавляю к протертому пюре сахар. По желанию можно добавить корицу, так как яблоко с корицей очень хорошо сочетается. Ставлю на огонь, довожу до кипения и добавляю разведенный крахмал с водой. Причем надо добавлять одним приемом все. Все быстро и размешиваю. И довожу до кипения. Кисель не должен долго кипеть. Если он дольше кипит, он становится жиже. Итак, все готово. Горячий кисель разливаю по формочкам и даю остыть. Яблочный кисель готов. Кисели подают на стол холодными. Кисель средней густоты можно подать и горячим. Густой кисель нужно разложить в формы и хорошо охладить. Предварительно форму смачивают внутри холодной водой, тогда охлажденный кисель легче отстает от нее. Чтобы на поверхность киселя не образовалась пленка, надо посыпать его тонким слоем сахарного песка. К киселю можно подать сахар, холодное молоко или сливки. Итак, с вами была Жанна с рецептами из книги «О вкусной и здоровой пище». До новых встреч! Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. По возможности буду отвечать. До свидания!